Семья Соколовых – пятитысячная в реестре участников госпрограммы «Жилье для российской семьи». Сейчас вместе с маленьким сыном ютятся в однушке. О программе узнали от друзей и решили купить свой дом с участком земли. Прельщает все-таки наличие собственного участка, на котором можно построить какие-то постройки дополнительные. И как бы свежий воздух, природа рядом. Ну, естественно, готовый ремонт по программе. То есть можно заезжать, не тратя время на ремонт и внутренние отделки. Самарская область одной из первых включилась в реализацию госпрограммы. При отборе застройщиков были жесткие требования. В итоге осталось только 10 компаний, которые реализуют 13 проектов. Это квартиры и частные дома. Практически все жилье, заявленное в программу, часть больших жилых массивов. Стоимость квадратного метра составляет не больше 35 тысяч рублей. Госпрограмма направлена не только на поддержку молодых семей, но и на другие категории граждан. Если раньше у нас было около 25 категорий, то сейчас уже около 30 категорий. Но, например, если у вас ребенку еще нет 18, а вам уже к 50, то вы тоже можете стать участником программы, как семья с одним ребенком. Например, вы проживаете на территории Самарской области более 10 лет, вы тоже участник. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи» в области к концу 2017 года должны построить почти 1 000 000 квадратных метров жилья. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.